Расслабьтесь и наслаждайтесь вечерним киносеансом с HDTV LED и Smart TV. Расслабьтесь и наслаждайтесь вечерним кинопросмотром с безупречным качеством изображения LED-телевизора Philips 22 PFL 3507 HD. Благодаря технологии Digital Crystal Clear теперь вы можете просматривать видеозаписи с YouTube с четким, реалистичным изображением. Откройте для себя мир онлайн-контента благодаря Smart TV, удобное беспроводное подключение с помощью дополнительного беспроводного USB-адаптера, приобретается отдельно. Бесконечный поток онлайн-видео через YouTube. Наслаждайтесь просмотром фотографий и фильмов и слушайте музыку на ТВ благодаря технологии Duna. Пользуйтесь видеосвязью через телевизор и общайтесь с родными для вас людьми, камера приобретается отдельно. Чистое естественное изображение во всех случаях. Digital Crystal Clear для четкости и глубины. Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление. Частота Perfect Motion Rate, RMR, 100 Гц для невероятной четкости изображения. Полностью цифровое соединение стало проще. Два USB-разъема для фантастического воспроизведения мультимедийного содержимого. Вход для ПК позволяет использовать телевизор в качестве монитора. Безупречное подключение с трех входами HDMI и функцией E-Sync. Видеозвонки через телевизор. Расширьте границы телефонной связи и общайтесь с друзьями и родственниками на большом экране. Совершайте видеозвонки через телевизор с дополнительным домашним кинотеатром Philips или проигрывателем дисков Blu-ray, DVD от Philips и совместимой веб-камерой для телевизора. Наслаждайтесь видео высокой четкости и превосходным качеством звука, не вставая с дивана. Начинайте общаться прямо сейчас. Digital Crystal Clear. Функция Digital Crystal Clear – это пакет новейших технологий в области обработки изображения, выполняющий цифровую настройку и оптимизацию качества изображения, обеспечивая оптимальные уровни контрастности, цвета и четкости. В результате достигается предельно четкое изображение при любом источнике. LED. В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета. Perfect Motion Rate 100 Гц. Благодаря сочетанию частоты обновления панели и уникальной технологии обработки изображения, Perfect Motion Rate, RMR, обеспечивает невероятную четкость передачи движения, которая не теряется даже во время просмотра динамичных сцен. Два USB-разъема для мультимедиа. С помощью двух разъемов USB можно просматривать фотографии в формате JPEG, слушать музыку в формате MP3, а также просматривать видеофайлы с большинства носителей USB, устройств памяти USB. Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть содержимое мультимедиа с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии, видеофайлы и прослушивать музыку. Три входа HDMI с функцией E-Sync. HDMI – это один кабель, передающий как видео, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, что решает проблему множества спутанных проводов. Он передает нежатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемое от источника к телевизору. При использовании функции Philips E-Sync вам потребуется лишь один пульт DU для выполнения большинства операций управления телевизором, DVD, Blu-ray, телеприставкой или домашним кинотеатром. Smart TV – мир онлайн-контента для вас. Наслаждайтесь обширной коллекцией видеороликов с YouTube и просматривайте их с высоким качеством на телевизоре Philips. Пересылайте фотографии, музыку и фильмы со своего смартфона, планшетного ПК или обычного компьютера и наслаждайтесь ими на большом экране. Кроме того, вы сможете без труда приостанавливать просмотр любой передачи, просто подключите к телевизору жесткий диск USB и записывайте программы с цифровых каналов. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.